Здравствуйте, дорогие друзья. У меня есть парочку. Одно революционное, второе военное. Слава КПСС называется первое. Билет партийный всему голова, флагман режима любого. И не нужны здесь простые слова. Достал маузер, шлеп и готово. Заводчанам, соратникам сбацаешь речь с коммунистическим пылом. И шашку наголо, и вражину сечь, и пыхтит под тобой кобыла. Группы рабочих, груды штыков, ленточки без козырки, томные взгляды большевиков, пролетарий крутые затылки. На фоне плакатов и кумача с кепкой в руке бодрящей мелькает лысина Ильича, отражая свет блестящий. Нагнули Россию те упыри, до сих пор расхлебать не можем. Дворян постреляли, к власти пришли чекисты наглые рожи. Сначала труп положили в Москве, в центре российской столицы. Аврору поставили на Неве, и давай над народом глумиться. СССР развалили потом, впрыснув змеиные яды. И ненасытным зубастым ртом кусают чиновники гады. Товарищи эти ответят в аду, и только Ильич мавзолей лежит днем и ночью у всех на виду и ни о чем не жалеет. По скриптум, а может, о чем-то жалеет. Военный, антивоенный, как я уже сказал. Девчонка в форме цвета хаки. Однажды в областном поселке я утром вышел на район. И вас, заметив, сбился с толку, и вашим взглядом был пленен. На вас военные обновки, погоны, китель, ремень, наряд безжалостной плутовки, сойдет с ума любой кремень. Дразнила форма цвета хаки, мой разум ласково пьяня, и взглядом преданной собаки вы посмотрели на меня. Мы познакомились под ивой. Я был напорист без прикрас. Мы пили баночное пиво, и воблу чистил я для вас. И в тот же вечер в Дом культуры я вас на танцы пригласил. И ваши хрупкие фактуры я мял потом, что было сил. Но жизнь коварная местами нас бьет, попутав берега. Пока я бегал за цветами, вы мне наставили рога. Меня вы больше не зовите, я вас покинул лишь на миг. А к вам в тот час залез под китель какой-то пьяный озорник. И вашу форму цвета хаки он с вас безжалостно сорвал и проводил свои атаки, вас завалив на сеновал. С тех пор военные девицы меня не торгуют в миру. Мне жутко с ними веселиться, их на прогулку не беру. Кручин моих снимают стрессы в вулкане ролевой игры. Девчонка в форме стюардессы и мисс в халате медсестры. Спасибо большое, дорогие друзья. Про сеновал и всяких рощик с нам прочитал Григорий Волжец. Моих рифмозарисовках можно оценивать все как угодно, расценивать. Я стараюсь пошутить, я не стараюсь кого-нибудь обидеть. Стараюсь поднять настроение. Спасибо. С вами был рифмохулиган Гриша Мовшинцев.